Основной состав команды «Авангард» 35 – Макеев, 14 – Белоусов, 3 – Ким, 63 – Миронов, 2 – Самсонов, 26 – Солодовников, 17 – Амелин, 5 – Ким, 30 – Кузнецов, 12 – Погуляев, 36 – Узум. Основной состав команды «Кунцева» 22 – Овчинников, 95 – Егоров, 6 – Хашимов, 44 – Чарышников, 12 – Баграмов, 13 – Денисов, 19 – Манников, 13 – Образцов, 23 – Прохоренко, 17 – Шилов, 85 – Реутов. Так, выясняется, что у нас сегодня под 13 номером будет играть не Краянский Петр, а... Боже мой, я уже забыл, кого назвал. Диктор... 13 номер, покажись, я, может, тебя узнаю. Дорогие друзья, здравствуйте. У нас сегодня продолжаются игры зимнего первенства Москвы 24 года во второй лиге группа Г. Пятый тур. На стадионе Кунцево у нас встречается футбольная школа «Авангард» и футбольная школа Кунцево. У Кунцево, значит, белые футболочки, белые гетры, темная форма у «Авангарда». И... мы сегодня номинальные гости, хотя мы и на своем стадионе. А номинальные хозяева – это «Авангард». Итак, игра началась. У нас сегодня уже третья игра, четвертая игра зачетников началась. Это 11-й год. Так, это у нас Озеров, 19-й Манников. Черешников на Егорова. Ой, какой пас. Ой, какая пасуля, если вратарь успеет. Да, успел, но пас умный. Пас очень хороший сейчас прошел. Было видно, что это был акцентированный пас в центр нападения. Лужа, 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 парни. Солнышко вышло буквально часа полтора назад. И так хорошо пригрело стадион, что у нас появились лужицы. Не знаю, что лучше, лед или лужи. Но в зимнем первенстве, вы знаете, да, таких условий, как летом, очень трудно добраться. Да, правильно. Назад! Ром, отступай, Ром! Возьми 19, Ром! Саня, игрока! Сань, двойка, твой! Чарышников. Сань, смещаюсь! Егоров. Сань, 17-й, Сань! Замещайся! Матей, жвери, направо. 17, Матей! Ты ближе! Образцов, 30-й номер. Ну, встречай, Дима! Илья, извините, Денисов Илья у нас 30-й номер. Образцов у нас 33-й. Двадцать третьего я прослушал, кто у нас. Спроси у нас. Иди, Роб! Не ответь. Иди! Два,
Ваня, Ваня, ближайший ТЗ! А он поднялся как раз! Хашимов на Манникова. Манников переходит в центральную зону, возвращает на Егорова. Егоров направо. На Илью Денисова. Хашимов. До Реутова мяч не доходит. Денисов. На Реутова хороший пас. Реутов на широком шаге обходит своего соперника. Доходит до лицевой, и у него из-под ноги выбивает в угловой. Угловой. Разыграли. Срезал защитник мяч. Озеров, верховая подача. И Хашимов будет бить. Конечно, бить надо, молодец. Ничего, ничего. Ничего, Хашимов. Ну что, Амир, за попытку 5, за исполнение научимся. Научимся. Так, значит, у нас команды с турнирной... Ой, какой хороший перехват! Не успел Реутов воспользоваться этой ошибкой. Команда находится на таких позициях. Кунцева на втором месте, Авангард на пятом. Но хочу напомнить, что у Авангарда на одну игру меньше. Образцов. Забирает мяч. Потеря. Ну, ребятки, ребятки, такие надо доводить. Доводить хотя бы до удара в сторону ворот. Денисов. Здорово перехватил. И начинает разворачиваться. Почему? Вот сейчас ты отдал. Вот сейчас ты отдал. Почему ты до этого не отдал-то на Шилова? Озеров. Образцов. Манников. Хашимов перехват. В борьбе выбивают соперников. В общем, у нас показатели такие. Напомню, что у Авангарда 3 игры проведено. Но мы следующий тур зато пропускаем. У ребят будет до конца зимнего первенства групповой турнир проходить уже без пропусков. Мы 4 победы. Ах, это я не туда смотрю. 11-й год, 4 игры, 3 победы, 1 поражение. 11 забили, 3 пропустили, 9 очков у нас в нашем активе. У Авангарда 1 победа, 0 ничьих, 2 поражения. 2 забили, 12 пропустили, 3 очка. Отбор, здорово, здорово, Реутов. И сзади по ногам. Нет, я считаю, что это просто подскользнулся игрок. Проходит 23-й. Кто же это такой у нас? Манников можно ударить, а можно отдать. Не ждал, как будто 23-й, что ему будет пас. Не упустил, здорово за лицевую. Озеров. Ой-ой-ой, как мокро, вся спина у Хашимова. Егоров ставит прям 17 номеру, но зачем же? Зачем это делать, сказал же вратарь я. Денисов, ты что творишь? Илюха, подставь ты, Илюх. Санечка, стань, 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 пробей в одну. Реутов пропускает мяч за спину, набирает скорость.
входит в штрафную Реута, входит в штрафную. И в дальний угол верхом попадать должен, он сейчас был, не попал. Так, сбегали ребята за мячом, сейчас будет вводить авангард. Отворот, свободный удар будет. И перехват. И должен быть перехват. Просто после таких вводов в игру это наша обязанность забирать такие мячи. Значит, я все... Ой, здорово, здорово. Давай, Образцов. Выдавил. И угловой. Я благодарю тебя за сотрудничество. Нет, не дошел мяч до Реутова. Но. Сейчас кто-нибудь ударит. Хашимов. Ой, отличный удар, плотненький, но прям на мяче. И вот вратарь спасает. Сначала Хашимову помешал защитник, заблокировали удар. А потом вратарь играет великолепно. В нижнем углу выбивает мяч на угловой. Очередной угловой. Ура, мы давим, гнутся шведы. Перехват. Денисов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, догнать. Хорош, Образцов. Хашимов забросил. Кто-нибудь подберет? Денисов. Спешишь, Илья. Манников. Озеров Черпачков забрасывает штрафную мяч. Образцов добирается до мяча. Нет, защитник выбивает его в аут. Это будет аут. Ребят, вы быстрее меняйте с фланга на фланг. Защитники у нас ходят туда. Давайте. Озеров. Отбирает мяч. Нет, уже у чужого. А вот наш. Образцов. Озеров, здорово увидел Хашимова. Хашимов жестковато принял Хашимов. Не-не-не, ребят, там же сказал даже тренер, там лужа. Ну что же мы рядом не слышим, что он говорит. Хорош, давай Прохоренко догоняй. А не точно на Манникова, не точно. Реутов провожает мяч и специально его упускает за лицевую, будет угловой. Почти автогол. Рукой бросает вратарь неплохо. Своему игроку мяч добирается до авангарда. Ну-ну-ну, не фали, Манников. Точнее, парни, ну надо брать, сделать скидку, что здесь у нас небольшие озерца, такая вот Карелия, мини-Карелия. Хорошо, прошел сейчас.
Шилов. Ой, посулю, если нет. Вратарь первый, вратарь первый. Вратарь первый. Маник, это Хасымов не пускай, не пускай. Блин, ближе, ближе. Ближе. Догнать! Догнать, образцов! Заходи в штрафную! Заходи, заходи! Здорово обыграл! Отлично! А теперь разобраться с этим моментом! Ей-ей-ей-ей-ей! Почему не в ворота? Рикошет рядом со штангой! Еще один угловой! Угловой вообще-то, товарищ судья! Товарищ судья! Товарищ судья, вы что делаете? Товарищ судья, вы что, где вы были-то? Вот это да! Вот Лиза! Это да! Аут. Дорогие друзья, я считаю, что сейчас ошибка, ну, бывает грубая, бывает непреднаумышленная, но сейчас ошибка основана на невнимательности. Но явная невнимательность судьи приводит к тому, что наш угловой превратился сейчас в аут авангарда. Как такое возможно? Ну, как так мыть-то? Рядышком быть и не заметить? Червишников аккуратней. Овчинников. Ой, как ускорился мяч. Вот о чем бывает-то. И вот как бывает, когда подскальзываются. Ближний. Мячу ЦЗ твой. Согласен сейчас с мнением тренера, когда Макар разворачивался, Хашимов был на фланге у боковой линии и очень спокойно мог принять от него пас, так же, как очень спокойно этот пас мог отдать Черышников. Но Черышников откатил Овчинникову и получилось то, что получилось. Вы видите, да, на нашей половине теперь мы не можем никак вывести мяч. Хорошо, что сейчас Озеров первым. И Реутов большущий дал пас, шанс Прохоренко. И пас нужен, но никак мы не можем зацепиться. Никак, Геночка, Геннадий. Но все-таки исправился, забрал мяч. Обыгрывает второго. Но все-таки потерял. Гена, Маник, пристали, поменяйтесь потом. Осторожней. Егоров, осторожней. Черышников. Хашимов, Озеров, все, разворачивай, разворачивай, Макс. Здорово, Амир. Маников. Наш аут. Ай-яй-яй, образцов потеря, образцов потеря. Тимофей, ну а ты ему ввел как мяч, давай посмотрим, а? Ты сейчас бросал со скоком от земли. Ну вот разве так можно принять нормально, спокойно? Здорово, Реутов вернулся, помог своей полузащите. Прохоренко. Прохоренко, здорово. Ах ты. Не, Лужа поможет. Помогай. Кто нам мешает, тот нам поможет. Это тот самый случай. Реутов. Потеря, ну что так жестко принимаем? Помягче, не отпускать надо мяч, поближе себе держать его. Шире, Малик! Озеров. Не точно, на Образцова. Шире! Денисов. Шилов. Ребята, дают шансы. Дают шансы, мы ими не пользуемся. Который раз уже отскоки в нашу пользу, а нас там нет. Аут на дальнем фланге. Реутов отдает. Сам, наверное, бросит. Нет, отдает он Прохоренко Гене. Прохоренко. Ему же и вбрасывает. Ну и чего? Что тут? Для чего это надо было? Ну-ка. Ай, Манников не поверил. А теперь здорово, как Озеров сбросил на Манникова. И дальний удар. Неплохо, неплохо, Хашимов, здорово, в створ. Будем считать сейчас удары в створ, которые потом мы трансформируем в голы. Я надеюсь, что голы будут.
Руками толкал, судья молчит. Хорошо, что молчит, хотя сейчас ошибся немножко. Ой-ой-ой-ой! И ушел. Мяч ушел. Хочу напомнить, если вам еще не говорил, что у нас это четвертая игра из числа зачетников. И зачетники у нас пока идут очень продуктивно, очень плодотворно и очень позитивно. Три победы одержали команды 8, 7 и 10 года. Я их так назвал, потому что в этом порядке, в таком распорядке они и начинали сегодняшний игровой день. Сначала 8 год, потом 7, потом 10. И все три победы, внимательно послушайте, со счетом 4-0. Вот такой вот у нас сегодня расклад, представляете? 11 год должен поддержать и подтвердить реноме футбольной школы Кунцево. Ребятки, надо обязательно забить. Озеров. Озер, здорово, вовремя. Егоров. Денисов. На Реутова. Реутов, зачем же ты его упустил? Ай, Лешенька, Леша, Алексей, Алешенька, сынок. Надо было зацепиться, а потом уже набегать. Вроде бы рядом с тобой, с твоей ногой мяч проскакивал. И вот так же. Вот сейчас давай. Вот сейчас можешь уже или отдать, что ты сделал. Или получить, что ты сделал. Или добивать, если будет удар. Да. Все, нападение на вратаря. Да, судья определил это верно. Там выбили из рук мяч. По-моему, это был у нас Прохоренко. У вратаря мяч уже в руках был, он его выбил. А это что, нельзя. Ваут вбивает себя третий номер. Говорится, верха подальше. Шилов. Не точно. Ай, не точно, Тимофей. Хорошо, Озеров подхватил. А лужа нам поможет. Пеняй, быстрей! Принимайся! Не, вратарь возьмет, да. Стой, а! Прохоренко. Денисов. Обыграл. Ах ты. Раньше освобождаться, Илюх. Ну действительно, Озеров стоял один, а ты тащишь к нему в его зону. Илюх, отдай пас. Ну мяч же быстрее катится, летает, бегает. Теперь приходится на своей половине ваут отбивать. На дальнем фланге у нас аут. Прохоренко не добрался. Здорово, Черешников. Немножко разрядить надо, подальше отодвинуть мяч. Что-то нехарактерное для первой половины игры. Первых двух третей всю игру почти проводим мы на чужой половине. И вдруг на тебе. И хороший пас. А Реутов доберется, Реутов догонит, Реутов заберет. А теперь попасть мимо вратаря, дорогие мои друзья. Что значит забить гол? Какая формула всем известная? Чтобы забить гол, надо попасть в створ ворот мимо вратаря. Ай-яй-яй. Обидно, досадно. Ладно. Досадно, обидно, но дальше будет видно. Давайте вспомним с вами игру с москвичом, если кто-то не видел.
У Лохунина было два выхода чистейших, два даже или три в первом тайме. У Лёши Реутова похожие выходы были, и мы не смогли их реализовать. А во втором тайме выпускает тренер и признается в этом все честно, абсолютно, в основной состав, и мы проигрываем 3-0. Кстати, вот это единственное поражение у нас и было с москвичом. Но, ребята, такие выходы хоть с москвичом, хоть со Спартаком, хоть с ЦСКА надо реализовывать. Ты вышел один в один. Что ж ты бьешь прямо вратаря? Манников. Ну-ка, 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 аккуратнее. Сохранить. Гена, Гена, Гена. Все, без фола, четко было. Заброс, да, и не добрался до образцового мяч. Хорош, Прохоренко. На Реутова. Выбивают из-под ноги у Реутова мяч, угловой. Разыграли. Чирышников пришел, центральный защитник у нас пришел в зону на угловой, в зону, ох ты, штрафной будет, я уверен, я уверен. Егоров Илья идет к мячу, тренер ему указание делает, прямым ударом говорит, попробуй, посмотрим, что у нас Егоров умеет. Игрок у нас новенький, свеженький, давайте знакомиться с ним. Озер? Озер? Нормально, пробей сильно! Подними мяч, повыше, ты внешне стоишь! Я новый пакет поставлю. Смотри добивание, далее, Гена! Так, у нас... Бежай туда! Ребятки, добивание вспомним, да? Ой, не то, ой, не то! Что, я куда на Кутузовку? Ну, Илюха, Илюха! Подойди нормально, пробей! Ой, обидно, а, хороший момент был. Так, 4 минутки у нас до перерыва, 0-0. Ребята, ребятки, если вы сейчас не забьете, во втором тайме начнется мандраж. Мандраж. Забить надо обязательно в первом тайме. Обязательно. Где вас забить? Хашимов, Хашимов! Вот это тот случай, когда если пропустишь... И пенальти будет. Нет, Овчинников выручает. Овчинников выручает. Ай, не стал судья свистеть. Боже мой, спасибо ему за это. Хотя там можно было. Некоторые судьи сразу свистят, сразу останавливают игру и ставят точку, потому что это нарушение было в штрафной площади. Но мяч остался у игрока авангарда. Овчинников, Овчина, Красотулькин наш Максим, 22 номер. Сейф, спасение. Ребята, вы всю игру на чужих воротах сидите. Сейчас пропустили. Бы! Авангард поставит у своих ворот автобус и закроет все форточки и двери в автобусе. И вы не пройдете к воротам. Пожалуйста, соберитесь. Вот не хватало еще вынос. Шилов, ты что, обалдел? Кто выносит на 11-метровую? Тем более Овчинников крикнул, я, мой. Ой, вот с вами никаких нервов не хватает. Хашимов. Реутов. Ай! Образцов, давай, 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 давай! Нет, аж четверо там Образцова. Отбирали мяч. Здорово, Шилов. Манников. Два Тимофея, это сила. Аут. Тут мне редакция, редакционная коллегия подсказывает, но я слышал это в ходе матча, что тренер, да, действительно поменял флангами двух Тимофеев. От перемены мест Тимофеями сумма не изменяется. Счет так и остался 0-0. Манников у нас сейчас на правом, а Шилов на левом. Или как это должно быть? Озеров пропускай. Озеров, здорово, молодец, Макс! Умница! А теперь хороший пас. Хороший пас. Сохранить тоже можно. Реутов. Реутов зацепился. И отдает в зону, куда набегает Образцов.
Прохоренко, меняйся. Прохоренко убивает в аут. Полторы минуты, ребят, до перерыва. Наш аут будет. Озеров. Хашимов. Появляйтесь! Образец! Принимай! Забрать Реутов. Толчок был в спину, туда свистни. Минута 55 секунд и перерыв. Все, значит, если мы не забьем сейчас, значит, надо будет забить 3. Ром. Ключи. Нет. 40 секунд, 35, и что-то надо вводить, какие-то коррективы тренерскому штабу Кунцева 2011, потому что все подходы, которые были очень много, часто оказались непродуктивными. Отбивается пока успешно команда «Авангард». Десять секунд, и атака почему-то идет на наши ворота. Сань, время. Перескакивает мяч через защитника. Ай, Геночка, надо было выскакивать на мяч раньше. Ну, после вот аута сейчас будет свисток и перерыв. Да. Дорогие друзья, выводы надо делать после такого тайма. Перерыв. Начинаем второй тайм. Наши ворота теперь слева. Ворота, в которые мы должны, обязаны забивать, теперь справа. Егоров. Манников, лезешь в опасные места. Тот. Роты, блядь. И вот отцепляться. Перепрыгнул мяч через Лешу. Леша не готов к такому отскоку. Здорово, Егоров. Шилов. Получится? Нет, не прошел. Можно было попытаться верхом. Сложно. Мяч сейчас, конечно, по-другому летит, отскакивает, принимается и... Это накладывает определенные сложности. Макар. Хашимов. Ребята, через зону, где лужа, Озеров назад на Егорова. Бросок. Нет, был бы вне игры. Леша, ты сейчас очень быстро рванул. Чуть-чуть подожди. Отдавай. Давай, Шилов, направо, на Манникова. Тимофею. А другой Тимофей вратарю. Вот так. Хорошее давление было в первом тайме. Прекрасная игра, как говорится, до гола. Вот чего именно и не случилось. А гола-то и не случилось. Вот маленькую чуть-чуть. Это как раз хватило. Маленькое касание и сохранил мяч Озеров. Шилов. Отдавать пора. Что ты возишься? Давай! Денисов в зону, где чужой игрок. Почему ты такой пас дал, не в разрез? Давай. Егоров. Еще. Прохоренко. Образцов. Обыграл же уже почти их. Ты сам мяч потерял. Правильно, Дима, тебе! Илья, только что боролся, пока. Илья, куда ж ты себя загнал-то в лужу? Илья, ну что же это за потери? Нет никого, борьбы никакой, прессинга никакого. На тебе, пожалуйста, взял и в аут упустил. Брось, Илья. Ну, вот был правый нужный, ладно. Рома! Ром, не останавливайся, Ром. Ай, здорово, Прохоренко. Ну, уперся, уткнулся в мяч и отворот. Почти обыграл.
умер, все, все. Не отдал, а я приезжаю утром, ладно, завтра. Оставь, оставь. Но ты робот! Прохоренко бороться, бороться, забираем. Наш аут. Аут, авангард. Прохоренко. Егоров. Здорово, образов. Здорово, образов. Не туда, чуть-чуть не туда. Здорово, да? Здесь что спалить здесь, еще страшно. Понял. Хорош, образцов, прорывается, прорывается в штрафную, неужели упустил? Нет, защитник первый. Ударить, ударить, Хашимов, ударить. Ай, срезался, срезался мяч. И мяч уже подхватывает Андрей Васильев. Наш администратор с Забровкой. Забрать, забрать. Шилов, Шилов, Шилов. Ну как так? Почему зона свободная? Мальчишка один стоит. И какую выдал пасулю, а здесь вне игры был. Вот здесь был вне игры, чистейший. Ходи! Ходи! Егоров, цепляйся, чтобы мяч не ушел. Ай, ушел. Сергей. Оставляет игрок авангарда другому своему партнеру мяч. Егоров на Озерова. Шилов. Макару. Как спокойно, ребятки, но это вообще-то опасно. Разыгрывать короткий пас перед вратарской площадью. Продрался, продрался Манников. Пора, пора, пора. Ты что делаешь-то, ну, в центральную зону вбегает Реутов, ты катаешь мяч. Зачем ты это сделал? В центральной зоне был такой треугольник бермудский. Туда надо было отдавать. Ой, боже мой, вот и то же самое тренер кричит. Ну что же ты, глаза в асфальт, ничего не видишь? Боже мой, какая могла быть атака. И туда вбегал без офсайда Реутов. Без офсайда Реутов вбегал. Образцов на Прохоренко. Прохоренко перекладывает мяч, заходит в штрафную еще раз. Но тут уже на это не купился защитник. Выбей, выбей, выбей. Вставай, мальчишка, вставай. Главное без травм. Главное, чтобы не было травм. Шилов. Нет, вне игры, нормально. И кто-нибудь. Все перекрыли. Все зоны перекрыли в площади штрафной. Игроки в черной маечке. Все перекрыли. Маечка, иди, маечка, давай. Вот, вот ошибка. Айчевыч, там сразу к нему. Хашимов. Куда? Куда так сильно? Манников, ну сильно. Ай-яй. Мысли правильно увидел. По исполнению очень неточен. Очень неточен. Макар, не теребунькай мои нервные окончания. На позиции почти последнего защитника такие вот финты делают. Не спеши, Манников. Ну куда ты торопишься? Ну вот сейчас можно было пройти, хоть в центр, хоть от сам по зоне, хоть отдавать пас. Егоров, здорово. Егоров сожрал центральную зону.
соперников в нападении, так же как и у нас в защите. Учеников. Сильный, мощный вынос, не дошел даже до середины поля. Ветер что ли помешал? Мяч хорошо набирал скорость. Ну-ка, Озер, налево, можно, хорошую налево. Да-да-да-да-да, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И ударить. Куда ты даешь? Боже, Тимофей! Так, у нас будет три замены. В игру входит Вернигор, Домочкин и Кравчук. Уходит Озеров, уходит Прохоренко и ушел Манников. На дальнем фланге он Манников. А вот уходит у нас Прохоренко Гена и Озеров Макс. Неплохо, неплохо провели оба свои отрезки игровые. А, еще будет замена у нас. Хмелев выйдет вместо Овчинникова. Овчинников сегодня просто в первом тайме выручил нас. Спас был момент, когда там несогласованность и расхлябанность чуть не привели к трагедии. Вот Овчинников в первом тайме выручил. Молодец. Итак, на дальнем фланге аут. Удар, удар, посмотрите-ка, удар в сторону ворот наших. Любопытно. Доколе, доколе. Разыграли. Чирышников. Егоров. Ай-яй-яй, Егоров не точно. Хорошо, что ошибается центральный полузащитник. У хозяев. Еще раз, такую же. Быстро, 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 быстро. Давай бросок. Ой, Денисов. Повыше, повыше. На Реутова можно и выше. Прохоренко. Так, Прохоренко у нас остался. Ах ты. Ах ты. Вратарь кричит. Я. Защита его не слушается. Защита, замена вратаря. А, нет, это не вратарь, прошу прощения, это игрок полевого плана. Аут. Домочкин, куда это? Домочкин, как не точно? Ваня, Ваня. Прохоренко. Ой-ой-ой-ой-ой. Угловой. Кравчук. У него седьмой, но это не... На угловой идет подавать Кравчук.
Неплохо. Ох ты, Черышников. Получше, поплотнее, если бы получше бы приложился, то было бы как минимум в створ. Ну, как минимум ниже. А так вообще даже через сетку перелетел защитную. Парни, неужели вы хотите нарисовать первую ничью? В своей турнирной таблице и в сегодняшнем игровом дне. Надо выигрывать, Прохоренко. Давай, 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 давай. И Кравчук. Играй, ЦСКА! Играй, ЦСКА! Очень было похоже на 15. Здорово, Илья Денисов. Очень было похоже. Ну ты. Так, что это было? Домочкин. Ой, как опасно. Ой, как опасно. Чуть не перехватил пятый номер. Такой бы был сейчас буллит футбольный. Что, ой-ой-ой, мам, не горюй. Шилов. Стой, Вань, стой. Черешников, Черешников. Вань, закрой это высоко, Вань. Вань! Егоров. Куда ты его? Куда ты его, боже мой, Стас? Отрывы появились большие! Вот тебе и пас. Вот смотри, всего-навсего нужно пас отдать хороший. А плохой пас — это уже аут. И не наш аут. Ну, Стас. Не так это делается, не так это делается. Ну, понятное же дело, что помешает. Раз она первый раз там застрял мяч, да ты и второй застрянешь. Стой, Вань, стой! Ну, видно, что будет крутить. Стой, стой! Да, да! Вань, Вань, высоко, Вань! Погоди, закрывай бровку, смотри бровку. Ну-ка, стоять. Горит, горит, горит! Лицо горит. Не дойдет опять, очередной раз, опять и снова. Хорош, Шилов. Ну-ка, нет, все перехватывают, все забирают. Ребятки, у вас на все, про все одна четверть матча. Давайте-ка, давайте-ка. Санечка, Тём, Ким, двойная замена. На место Сани идешь. На место Сани. Двойная замена. Уходит у них 17-й вошел 68-й. Тём, сыграй с этой стороны. Нет, играй вторую замену не стал делать. Тренер. Санечка, одень куртку, иди ко мне. Поиграй, здесь, на этом флаге. Денис с мячом. Прохоренко головой. И аут авангард. Все, наш, наш, наш. Вань, набери, Вань! Зацепиться, зацепиться, Вернигор. Первый раз фамилию Сережи Вернигора я называю, хотя он вышел, по-моему, как раз в перерыве. О, болельщики проснулись. Давай, давай, Дагина, давай, 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 заходи, заходи в штрафную. Срезай, срезай, срезай. Нет, нет. А теперь отдать, отдать. Отдать налево, Вернигор один, парни. Как же вы...
бесхитростно сейчас эту атаку закончили. Можно было из нее выжать максимально, выжать все, дожмыха, дожмыха. А выгнать можно ее? Егоров перехват головой. Вань, ну сделай движение, Вань! Денисов, не глядя, Денисов, хотя и посмотрел, но считай, как не глядя. Не фали, не фали, не фали в нашей штрафной, не надо это делать. Чернигор. Реутов, давай. Реутов, давай, давай, давай. Вот сейчас на тебя вся страна смотрит. И все, Кунцево, и все, Кунцево. Да что ж с тобой-то не так? Расскажи, пожалуйста. Что же ты бьешь-то так удобно для вратаря? Да что ж с тобой сделать-то, если ты бьешь не по углам? Ну я не знаю, как тебя научить. Ну что ж ты голову в пол и по мячу только смотришь? Да господи, ударь в любой угол щекой, шведой. Да хоть чем угодно. Почему именно так? Разыграли. Здорово, Прохоренко. Отворот. 10 минут до окончания матча. Лешенька, дело в том, что это не первый твой такой выход за это зимнее первенство. Вспомни, сколько ты их не реализовал. Надо что-то делать, Леш. Надо как-то над этим поработать, побороться. Трое вас, парни, почему не забрать? Забрали. И отдать? Нет, не отдали. Денисов. Шилов. Серединку, Домочкин. Вернигор. И теперь ударить. Вот сейчас можно ударить. Только в ворота, пожалуйста, в ворота. Ой, да, вот так бывает. Такие игры бывают. Отстучишь всю штангу, перекладин и створ десяток. А на табло 0-0. А на табло 0. А на табле 0. Да, ребят, сразу надо было, как только вратарь коснулся мяча, сразу вбегать можно уже в штрафную. А вы ждали, когда ему пойдет обратный пас. Толчок в спину. Хашимова толкали. Наш аут. Вернигор. Реутов. Ой, далеко отпускаешь, Леша. Ой, далеко отпускаешь мяч, Алексей. Ну, вроде техника же есть у тебя. Вот вроде бы ты с мячом на ты. Но как-то вот совсем не на ты. Егоров. Реутов, цепляйся. Шилов. И мяч должен быть наш. Да-да-да, наш мяч. Вернигор упускает. Вернигор упускает. 8 минут, ребятки. 8 всего-навсего у вас на все про все. Кравчук. Кому? Если так, хорошо. Прохоренко, не спеши. Не спи... Кто подбор? А их четверо здесь. И Сереженька. Ай-яй-яй. Или кто это у нас был? Стас. Шилов. Прохоренко. Кому? Кому, Ген? Ну никого. Хороший удар нужен. Хороший удар нужен! Да, все во вратаря, все туда, где он стоит. Ну,
Ну как так? Хашимов? Вернигор? Снова Хашимов? Да. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Очень-очень прямолинейно. Заходи. Ну зачем ты спешишь? Кто добивает? Кто добивает? Хашимов. Все во вратаря. Все идет прямо в руки вратарю. Все. Абсолютно все. Что такое не везет и как с этим бороться? Надо будет перечитать еще раз этот трактат. Не знаю я, что сегодня происходит с нашими ребятами. Егоров. Не точно. Ай, не точно, Илюха. Хорошо здесь накрыл Гена. И Реутов. Очередная попытка Реутова попасть по мячу хотя бы. И даже не угол, не отворот. Вот это да. И штрафной ударом по воротам заработать аут. Это надо постараться. Это надо постараться. Там в аут уходит мяч. Белоусов, давай. Рулев, вот двойная замена у ребят. Все, в центре поля поиграй, рулев слева. 5 минут, ровно, ребятки, 5 минут у нас. А, Саша, даже ты это не знал. Так, у нас аут на дальнем фланге. Мужики, а мужики, ворота же стоят уже одни, алюминиевые стоят здесь и там. А тут вторых нет алюминиевых. А там кто? Вот эти здесь, а вот эти здесь там. А вот большие стоят железные, и вон вторые железные стоят туда. Нет, я вот эти ворота здесь поставлю, а вторые вот тут, чтобы они легче просто, чтобы однотипные были. Так однотипные ставятся вон там и вот здесь. Нет, сейчас 12-й год будет играть. Вы поняли, что алюминиевые вон те, вторые алюминиевые вот здесь стояли. Сейчас 12-й будет играть? Да, они да, от штрафной до штрафной играют. До штрафной, я поэтому поставил. Они от штрафной до штрафной играют. Это не поперечные. А то просто, просто получится. Поняли почему? Одни такие, другие такие. Внимание! Аут, ребятки, 3 минуты. 3,5 минуты у вас. Шилов. Ой-ой-ой, зачем тебе эта обводка, если мяч... Вот он, все равно ты сюда смотрел, вот и отдал бы. Отдай, отдай. Кому? Все на вынос у них получается. Денисов. Ну и зачем ты борешься с корпусом? Надо мяч, мячом сначала забери мяч. Забери сначала мяч, вот дай его сюда на Егорова. Вот и получил тебе... Хромаешь, ходишь. Егоров хорошую надо было отдать. Он хорошую отдал. Прохоренко потеря будет, нет? В те ворота сегодня уже 3-й или 5-й заглядает гол. В маленький, но это не считается. Уже, стой! Уже! Уже! Только коснулся, забегаем. Сразу забегаем, только он коснулся. Гена, Гена, ты думал, он что, там остался плакать? Где, Дену? Где?
Данечка, ты! Ой, как сильно! Ой, как сильно! Не упускай, не упускай! Обыграл! Шилов, зачем это делаешь, не глядя, что у тебя за спиной происходит? Прохоренко забрать, Прохоренко забрать. Денисов. Лужа, Лужа, аккуратней. Полторы, полторы минуты. Му? Нет ни игры, нет ни игры. Есть! Нет ни игры! Есть гол! Сергей Вернигор! 1-0! Додавили они все-таки! Ребятки, минута осталась! Ну вы понервировали мои нервные окончания, потеребунькали. Как же так-то, а? Ну с 85% владения мячом это как минимум. И не выиграть, ну нельзя так, нельзя так. Леша Реутов, к тебе особенно обращаюсь. Пожалуйста, поработай над реализацией. Поработай, что же такие выходы и ни одного не забить. Вот примерно как сейчас, да? Кому ты отдавал его сейчас? Кому ты его сейчас отдавал? Трэп, он лежит, Трэп. Сделай гол, сделай гол. Очередной штрафной. Леша там упал. Конечно, протыкал ты его между двух защитников, Леш. Но скажи мне, у тебя перед тобой что было? У тебя перед тобой было полполя? Нет, у тебя было полштрафной. Ты бы успел, что ли, за этим мячом, когда ты его так сильно протыкал? Саша, время. Все, дорогие мои, все, вымучили, выдавили этот прыщ. Выдавили вы этот гнойный прыщ, наконец-то победа. Вернигоров все бегут, а он убегает. Ладно, ну что ж, всяко бывало, всяко пройдет. Поздравляю вас с победой. 1-0, правда, всего-навсего. До новых встреч.